В этих картинах, которых на выставке более 70, открывается вся суть человеческой души. Не каждое полотно раскрывается зрителю сразу. Важно пропустить через себя и прочувствовать, что происходит с героями застывшего сюжета. Анна Мезина подолгу трудится над своими картинами. С новыми мазками она вкладывает больше смысла, а потому работа становится еще глубиннее. Один из самых трудных жанров для художницы – портрет. Любой человек, из-за чего портреты одни нравятся – ну, тем, именно кто на них изображен, а другие портреты не нравятся. Именно потому, что человек видит одно в зеркале и вообще совершенно по-другому себя чувствует, ощущает. То есть люди себя видят не совсем так, как их видят окружающие. Открытие выставки началось с благотворительного аукциона, для которого художница написала 15 картин акварелью на разные мотивы. Вырученные средства пойдут в помощь детям Видновского дома ребенка. Главный врач учреждения Римма Зубковская тоже приобрела картину и поблагодарила Анну за проведенный аукцион. С удовольствием поучаствовали, приобрели картины. Обязательно, вы знаете, на работе. Не домой, а на работу, для того, чтобы все, в общем-то, любовались, радовались. Ждем Анну в гости, потому что дом наш гостеприимный и всегда рады видеть. Одним из героев выставки стал руководитель Видновской дирекции киносети Олег Федоров. В экспозиции был представлен его портрет. Олег Александрович отметил необычный стиль художницы, а также оставил ей теплые пожелания. Анне хочу пожелать только одного – это развиваться, работать над собой, над образами. И уверен, что у нее большое будущее, которое приведет ее в один ряд со многими-многими великими и известными художниками. Для Анны Мезиной это первая выставка, которая проходит в Видном. Картины, представленные здесь, написаны в самых разных жанрах – от пейзажа до фэнтези. В каждой из них есть не только мастерство художницы, но и, как сказано в названии выставки, живет душа. Арсений Рогозянский, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ.